Так, что вообще мы делаем? Смотри, вот в чем дело. Свинокозы такие глупенькие. Они не убегут от опасности. Поэтому выведем их на пастбище, чтобы они не оказались тут в ловушке. Да, а вообще я хотел сказать, что это все кажется немного странным. Может, нам стоит помочь им убежать отсюда? Да, наверное, стоит. Просто я в шоке от этого всего, Марка. Мои друзья пришли помочь королевству, а потом их ранили. И я во всем виновата. Да, но твоя мама сказала, что волшебный источник их вылечит. Да, знаю, что она сказала. Просто мне так тяжело с этим справляться. Знаешь, я плохая. Я и вправду плохая, да? Мои друзья ранены, а я, по сути, прячусь. Марка, зачем это все? Не только ты можешь выбивать двери. Ну же, давай расслабимся.